И всем привет, с вами Глеб, и сегодня в этом видеоролике у меня для вас будет челлендж. Очень интересный видеоролик получится, очень я над ним постараюсь, так что, чтобы оценить мои старания, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, залетайте в мои соцсети по ссылочке в описании, а именно телеграм-канал и дискорд сервер. В телеграм-канале проходят розыгрыши на фрукты прямо сейчас на дракона, а в дискорд-сервере вы сможете пообщаться вместе со мной, потрейдиться, а также получить халявные фрукты, ведь там проходят розыгрыши почти на фрукты каждый день. Ну там на Будды, на всякие Веномы, Шадоу, ну все-таки лишнее не бывает, так что надеюсь, вы поставили лайк, конечно, колокольчик и подписку. Ну ладно, не буду вас задерживать, так что мы переходим к видосику. После небольшой рекламы. Давно хотел купить робукса, но не знаешь где. RBX Camp. Это лучший магазин робуксов для вас и ваших друзей. Здесь вы сможете купить робуксы по самому выгодному курсу. На этом сайте более 1000 отзывов. Моментальная доставка робуксов. А также самая низкая стоимость робуксов среди конкурентов. А также у них во ВКонтакте проходит очень много розыгрышей на много робуксов. Ну а также в Дискорде вы сможете буквально за один клик поучаствовать в розыгрышах, нажав вот сюда вот, и все, я участвую. Покупайте робуксы только по моей ссылке в описании и закрепленном комментарии, чтобы не навестись на мошенник. Итак, ребят, сегодня будет у нас челлендж для моего друга Скелетон. Он тоже ютубер, а сейчас ссылочка на него будет в комментарии, можете на него подписаться. И сегодня у нас будет такой челлендж. Я буду ему показывать звуки фруктов, а также вместе с ним вы можете отгадывать, какой же этот фрукт. У нас будет плюс-минус 10 фруктов. И тот, кто из вас угадает, получит халявный контроль. А для Скелетона что-нибудь придумаем. Итак, ребят, давайте мы будем уже переходить к видосику, но вы просто подпишитесь, колокольчик и лайк. И давайте сделаем так. Вы должны написать комментарий. Получается, давайте приведу пример. Вот, вы видите на экране пример, то что действуйте именно по этому примеру. И если что, не перематывайте. Попробуйте реально на интерес, сможете ли вы угадать фрукт по звуку. Лично мне было бы очень интересно смотреть такой видеоролик, и я бы обязательно поучаствовал без каких-либо нарушений. Ладно, всем удачи, а мы приступаем. А прямо сейчас вы увидите на экране сами звуки. Как бы сказать, дам вам фору, чтобы вы смогли написать комментарий, какие же фрукты это могут быть. У нас тут есть плюс-минус 17 фруктов. Не знаю, не считал, я думал, будет меньше, но получилось так. Так что слушайте и пишите комментарии, но со Скелетоном у нас получится по-другому. Я ему буду включать один звук, он будет его слышать, а потом говорить свой ответ. А также вы сверите со своим ответом. За каждый правильный ответ я ему даю 1 балл. Если он набирает 10 баллов, тогда я даю ему фрукт дракона. Я надеюсь, что он не сможет, так что обязательно лайкосик лепите. Но мы уже идем к видосу. Так, ребят, как мы видим, мы уже со Скелетоном на сервере. Вот у него 8 миллионов баунти, ну прям баунти хантер, так что поздоровайся. Так, как я тебе говорил, сегодня ты должен у нас угадывать фрукты. Но у меня для тебя, получается, такая система есть. За каждый угаданный фрукт тебе дается 1 балл. И в конце ты получишь фрукт. Но какой, я пока говорить не буду, но ты должен угадать больше половины. То есть у нас вроде бы 14 фруктов. Если ты угадаешь больше половины, тогда ты получаешь очень крутой фрукт. Круто. А ценность фруктов зависит от набранных баллов? Вообще нет, но фрукт на самом деле очень ценный. Надеюсь, у тебя место будет.
Я надеюсь сам, а то я здесь что-то помню, то ли все как бы, ну, хорошо и плохо одновременно. Самый главный прикол в том, что я ни разу не играл со звуками БФ. Я практически всегда играю без звуков. Я не знаю, какие звуки у фруктов, и я мало фруктов вообще, ну, может быть, использовал. Я использовал только мифики, а остальные, ну, вообще нет. Так что если там будет анкомонки или рарки или леги, ну, это все, это провал. Не, на самом деле, я сам когда, ну, монтировал это все, я на самом деле... Много я сам не угадывал, и для меня потом тоже будет сложновато, потому что я, честно сказать, сам не знаю. Вот, если пересматривать, то да, но вот первый раз... Сам звуков не знаешь. Не, ну вот первый раз, если посмотреть, тогда угадать, конечно, сложно. Ладно, давай, в принципе, будем переходить к угадыванию звуков. Ну давай. Так, ребята, у нас идет сейчас уже первый звук. Я надеюсь, он его не отгадает, но погнали сейчас ему, в принципе, его включим. Очень-очень интересный, я не знаю. Это и азарт, и интерес, и, блин, я говорю, я не знаю звуков фруктов практически вообще. Ну, давай, я готов. Ладно, давайте к первому звуку. Так, и прямо сейчас включаем догадки. Подожди, он очень тихий. Я вообще его не слышу. Блин, проблема. Так, ребят, давайте сразу будем перейти к первому нашему звуку. И сейчас мы, в принципе, его включим. Интересный звук, блин, я могу смотреть фрукты вообще свои, нет? Свои фрукты? Ну да, ты смотреть можешь. Так, ну хорошо. Блин, это пипец. Не, реально сложно. Такой звук обрывистый. Может быть, это какой-нибудь, я не знаю... Ну, это что-то из комонок, мне кажется, 100% что-то из комонок. Ну стоп, давай еще раз послушаем. Еще раз, если это не из комонок. И как думаешь? Блин, вообще без понятия. Но давай, мой ответ будет, что это... Ну и что там? Я думаю, это рабер. Рабер? Да, я думаю, это рабер. Нет, это не рабер. Нет. И блин. Пока у тебя что нету это? Балла. Что это было? Так, пусть подписчики тоже напишут сейчас в комментарии, пока я скажу ответ, так что еще вон там снизу напишите в комментарии, какой же это мог быть фрукт. Ну, а это был спирит. Спирит? Да. С таким звуком? Да это, ладно. Это клик. Это клик от спирита. Клик? Да ну нафиг, это один из крутых фруктов, которых мне нравится. Я не знаю этого звука. Не, честно, на самом деле тяжело. Если бы я, ну, не подбирал эти звуки, я бы не угадал. Так что давай переходить уже ко второму нашему звуку. И... Ну, давай, надеюсь, что я хотя бы что-то отгадаю все-таки. Слушаем. Второй звук. И как ты думаешь? Блин, это похоже на какое-то метание чего-то, да? Ну... Ну... Что это может быть? Блин, я не знаю. Ну, такой, может, это Рамбл? Рамбл? Серьезно? Нет, это не Рамбл, нет. У Рамбла другие звуки, это я точно знаю. Что это? Я точно помню. Сейчас, подожди. Только не подглядывай нигде, не посматривай. Ну, я смотрю у себя фрукты, в смысле. Меня не дарят открыть просто. Ну, там ладно, можно. Ну, может, это там с такими звуками. Давай еще раз. Еще раз? Давай. Еще раз. Не, ну на самом деле легко. Здесь только фрукты, да? То есть это не стили боя, не пищи. Нет, только фрукты. Угу. Ну, это либо флейм, либо айс. Я думаю, что это айс. Либо флейм, либо айс. Так, стоп. Сейчас, я сам послушаю. Ну, так. Блин. Так, получается, твой окончательный ответ. Что же это такое? Ну, я могу поменять свой ответ, то есть? Ну, вот послушай, вот что это? Это похоже на какое-то метание, это что-то он метает. Метание, да? Метание чего-то, какой-то скилл, может, там первый, какой-то фрукт. Ну, говорю, либо айс, либо флейм, либо спин. Ага. Ну, а окончательный ответ? Окончательный ответ. Ну, блин, давай будет, это не айс, я думаю, что у флейма были бы звуки какие-то огня, что-то связанное с этим горением. Ну, это спин, давай. Это спин, да? Ну, смотри, прямо сейчас у меня спин, если что, это никак... не постанова, вот смотрите. Как звучит первый скилл? Это он? Я что, знаю, что ли? Ну, послушай. Давай, включил звуки. Это был он? Ну, ты слышишь, да, как этот звук? Я слышу в DS, да. Ага. А теперь... А, нет, точно. Нет? Так, а нет. Второй? Нет. Тоже нет. Тоже а еще нет. Один? Во, это он. Ты думаешь? Да, это он. Нет. Нет, не он. Ладно, а последний? Не, это он, да. Это он?
Да-да-да. Ура, я угадал! Это получается, у тебя уже есть один балл. Потому что первый фрукт не угадал, но... А мы идем к следующему фрукту. Так, ребят, следующий звук у нас вот. Слушаем. Давай. Ну, я думаю, это легко. Блин. Нет? Серьезно? Ну, подожди, это, ну, это по-любому, знаешь, я прям отвечу, это прям по фастичу, это чоп. Чоп? Да. Ну, послушай. Нет, подожди. Это фрукт, у которого много так сразу быстро идет. Это либо пружина, либо чоп, либо спайк, что-то из этого. Ага. Что-то из этого ряда, что-то из этих трех фруктов. Ну, точный, точный ответ. У всех у троих фруктов атаки идут прям моментально такие быстрые, сразу много ударов. Блин, я не знаю, ну, может это... Ну, вряд ли это спайк, хотя все возможно. Но это не чоп. Не чоп. У чопа... А точный ответ? Не спайк или спайк. Я не знаю, ну давай одну из трех опять выберу, пусть это будет, ну, чоп. Чоп, ты не угадал. Это был... Так, что это? Веном. Веном? С таким да. звуком? Да, это Z-ка от Венома. Нет. И он балл у нас, ребята, получается, не получает, так что мы идем к следующему фрукту. Так, следующий фрукт, слушаем, ты готов? Давай, давай, давай. Сейчас я отгадаю точно. Ну ты должен. Блин! Ты должен. Блин. Ну это Рамбл, это Рамбл. Рамбл? Это Рамбл, 100%, все, без этого. Все, это Рамбл, давай. Это Квейк. В смысле Квейк? Это Z как Квейка. Может быть. Да, это Z как Квейка. Не может быть. Это Z как Квейка. Ну там же такой звук, как на Рамбле, прям. Нет, это Квейк. С таким электрическим звуком. Нет, вообще-то у Рамбла прям электрическая, а это такой прям, ну, какой-то мощный. Ладно, он опять не угадал, ребят, у него всего лишь один балл, но, а мы идем дальше. И следующий у нас, ребята, идет пятый звук. Слушаем. Ты услышал? Да. И как? Что ты думаешь? Давай еще раз звук. Блин. Тяжело, да? Это очень сложно. Это очень сложно. Ну, значит, опять что-то метающееся. И что-то такое, что летит быстро. Летит то быстро. То есть у него немного зарядов. Блин, ребят, кстати, я надеюсь, что вы тоже можете угадать. И не забывайте писать комментарии. Но, а твой... Угадывайте вместе со мной. Да. Пишите, останавливайтесь на паузу и угадывайте. Пишите в комментариях. Ну, блин, это опять что-то из комонок? Или я не ну, не знаю. Давай, окончательный ответ. И я не знаю, ну вряд ли что-то из комонок, наверное. Давай, это будет. Давай еще раз звук хочу послушать. Еще раз звук, окей. Давай еще раз, давай. Ну пипец, вообще жесть, что это такое? Что это может быть? Ну, может флейм? Окончательный ответ, и это... Давай это флейм. Флейм, отлично. А если послушаем так? Нет, это не оно. Это у нас, ребята, чоп. Да ладно. Да? Смотри, сейчас. Пипец. Ча. Дай звуки включу. Не работает. Полет не работает. А, я не... А, нет. А, ребята, это точно. Это первый скилл вращения. Смотри, сейчас я тебе покажу звук. Вот Z-ка. Нет. Быть не может. Не знаю, что это. Так, давайте проверим. Он сказал флейм. Нет. Но это не флейм. Честно сказать, ребята... Я сам не понял, что это за фрукт. Так же, как и скелетон, так что надеюсь, вы поможете. И напишите в комментариях, что же это за фрукт. Потому что, честно сказать, надеюсь, вы мне поможете, потому что мы отгадать не смогли, что же это за фрукт. Надеюсь, вы поможете мне. И напишите в комментариях, какой же это фрукт, но... А мы, наверное... Что там такие есть у тебя? А мы идем дальше. И следующий звук у нас, ребята, слушаем. Ты готов? Давай. Давай. Ну, блин, ну я думаю, это легко. Ну, в смысле легко? Да, нет, это вообще легко. Еще раз. Ну, это... Да ты должен отгадать. Ну, это рабер, да? Я думаю, это рабер. Ты думаешь, это рабер? А, нет, подожди. Подожди, нет. Вот теперь возник вопрос. Это либо тесто в 1 со скиллом икса, либо это рабер. Так, либо тесто в 1, либо рабер, да? Да. А точный ответ? Блин, ну какой точный ответ, я не знаю. Ну, я думаю, что это... Давай это будет
Давай еще раз, последний раз. Последний раз, слушаем. Да, сразу говорю. Это рабер. Это рабер. Ты не угадал, это был контроль F, телепортация. Думаю, то, что если ты был в третьем... Ой, во втором море и убивал босса Ло, ты должен был понять, потому что он так телепортировался постоянно. Так что, ребята, он не отгадал, у него по-прежнему 1 балл, а мы идем дальше. У нас идет следующий звук, так что давайте мы его включаем. Давай. Ну нет, это легко. Это очень легко. Ну, это портал. Это портал. У тебя уже 2 балла. Есть! Ребята, хочу вам сказать, если вы будете играть в Blox Roots, играйте со звуком. Вдруг это будет такой же когда-то день, момент, что вас будут на видео угадывать звуки, а вы их не знаете. Это вообще пипец какой-то, конечно. А также, ребята, если хотите, чтобы я сделал видеоролик такой же с подписчиками, тогда обязательно поставьте лайк, собираем, подпишитесь на мой канал. 500 лайков, ничего себе! Ну, да. Ладно, давай тогда хотя бы... Ну, 300, да, 300. Давай. Ну, а мы давайте прямо сейчас включим другой звук. Так, это он? Нет. Следующий звук? Вот. Ну, это легко. Ну, это какой-то взрыв опять. Ну, легко. Это какой-то взрыв. Ну, вот. Блин, ну что такое? Это либо взрыв, либо это электричество. То есть это рамбл, но это... Ну, это не электричество. Блин. Либо тесто вы один. Давай, быстрее давай еще ответ. Ну. Так, стоп. Что я говорил там? Это взрыв, да? То есть это либо бомба. Угу. Либо это у нас там рамбл, да? Но это не рамбл, это... Давай, это бомба. Это бомба. Нет, это кило. Да ладно! Ты чё, серьёзно, что ли? Да. Ну, даже приз не получу сейчас уже. Это Z-ка на кило. Жесть. Так, давайте следующий звук у нас 9-й. Слушаем. Подожди, я... Не, ну легко. Подожди. Так, давай, 9-й звук. Ну это легко. Ну это опять же какой-то... Ну серьезно. Много ударов дает, ну, или не ударов. Ну я не знаю, что это может быть, блин. Ну давай, окей, я скажу, что это... Ну это какие-то либо серийные удары, либо это серийные стихии, да? Типа сидел такой. Ну, давай это будет у нас... Так. Ну, это либо, опять же. А фрукты могут повторяться, нет? Думаю, да. Так что, фрукты могут повторяться или нет вообще? Да, они могут повторяться. Да, могут, да, значит, окей, хорошо. Ну, значит, это либо, опять же, чоп. Ага, либо... Либо флейм. Нет. Подожди, ну, веном у нас уже был, чоп у нас тоже был. Ну, фрукты повторяются, может такое быть. Но точно сказать не могу. Это похоже на чоп, либо на венома. А точный ответ у нас... Ну, давай, это Веном. Это Чоп. Да ладно? Ну, ты же играл на Чопе, здесь летал. Ты должен был понять, это Цешка на Чопе. Да ну, смысл? Ну, что это такое? Да, это пипец. Ну, типа, давай даже послушаем, как бы это было слышно. Ой, вот это жми, вечеринку. А, стоп. Звук. Не, ну... Ну пипец. Ну пипец. Это что такое? Ладно, давай, стой. Следующий звук. Стоп, вот он. Вот, следующий звук. Пипец. А. Что это? Стой. Так, ребят, следующий звук это у нас вот этот вот. Не, ну, тоже легко, очень легко. Ну, блин, ты в БФ играешь сколько, вот уже говоришь там. Ну, блин, вот? Здесь не то, что сколько я играю, на самом деле, то, что я звуки выбирал и делал, я чисто из-за этого могу. Я в БФ играю, ну, ты тоже недавно, можно сказать, по сравнению со всеми, ну, и, блин, давай еще раз. Еще раз, вот. Да, я хочу еще раз. Так, блин, он еще интереснее стал. Стой, вот он. Ну, легко. Давай это тесто будет, это будет тесто. Это будет тесто. Это был флейм. Это был полет флейма. Да ну тебя! Да, это он вот так начинал летать, а потом перестал. Ладно. Давай следующий звук слушаем. Ну, легко, хотя нет, на самом деле тяжело. Легко, блин. На самом деле тяжело. Твои догадки? Тихо. Еще раз.
Что ты думаешь? Опять же, похоже, либо на тесто. Килл, который стало есть, потом он делает, летит, он делает взрыв. Походу, тут у нас какой-то тесто-юзер. Постоянно тесто говорит. Я лед юзаю его. Так, и какой же точно ответ последний у нас? Ну, я не знаю. Давай это будет, например, скажем, что это такс. Такс. Давай это будет, я не знаю, давай Лео. Лео? Да. Это была магма, это магма клэп. Он, получается, вот так вот руки растягивает, а в конце он хлопает, и ты не угадал. И у тебя всего 2 балла. 2 балла! Ну все, ну ты не получаешь свой приз. Ну, штуки 3-4. Так, стоп, сейчас. Так, давай следующий звук, это у нас вот этот вот. Ну, легко, да нет, ну легко же. Ну, блин, ну кроме портала, сейчас вообще твою голову не приходит. Очень сильно похоже на какое-то измерение, вот это вот портал, там что-то. Не, давай еще раз тогда послушаем. Давай. Да нет, ну это же легко. Ну это портал, да? Ну, я не знаю. Ну блин, ну что это может быть, как не портал? Там такой звук прям, как будто бы, ну, это измерение, какой-то портал там пошел, тыры-тыры. Ой. Ну, я не знаю. Жалко, не было рамбла, льда еще пока что. Может, уже были? А нет, не было. Так, ну, я точный не знаю. Да, ответ. Ну, давай, это... Так, сейчас. И это, получается? Я думаю, это портал. Это портал. Нет, это была магма. Это же слышно по бульканьям. Слушай. Вот бульканье, их слышно, это магма. Ну, я согласен, это прям позер Блокс Фрутса тут нашелся. Так, давай следующий звук у нас слушаем. Ну, это вообще пипец, ну что это за звуки? Ребят, напишите на Глеба в комментариях, что он подобрал очень сложные звуки, вообще ничего не понятно. Звуки, ну не знаю, а вдруг... На друг друга. А вдруг подписчики все-таки намного... Все-таки алды, Блокс Фрутс, и они все угадают. Интересно. Давай, угадывай. Я зевал, подожди. Так, что это может быть? Так, давай послушаем еще раз. Но я думаю, ты не отгадаешь. Догадки? Так. Руку быстрее давай. Я не знаю, давай это будет Феникс. Феникс. Так, а если мы прямо сейчас съедим Falcon Fruit, я дам тебе послушать скиллы. Подожди, у меня есть первый момент. Так, тихо, смотри. Звук. Слушаешь? Да. Так, давай сначала послушаем вот этот звук. А теперь вот этот вот. Подожди. Ты готов? Да, ты готов? Давай. Так, давай послушаем вот этот звук. А теперь этот. Да, ну. Да, это именно он. Это вообще пипец. Ну, 2 балла, это прям вообще, это жесть. Ладно, давайте следующий звук, последний. Это у нас последний звук. Слушаем. Слышал? Да. Тихо, я не слышал. У меня не робит он. А, все. Так, все, ребята, вот у нас последний звук, так что давайте прямо сейчас его послушаем. Нажимаем включить и... Твои догадки. Это опять какие-то серийные удары. Но это может либо быть, ну, Веном, ага. Либо это может быть у нас... Где у нас еще серийные атаки, давай подумаем. Ну, не Флейм, а хотя может Флейм. Кила. Кила? Либо Флейм, либо Веном, либо... Такс. Либо, кстати говоря, Дарк, может быть. Нет. Ага. Я а думаю, точный, да. Прям такой... 100%, а, что это? Ну, не знаю, давай это будет Дарк. Что это было? Нифига себе. Это ты говоришь Дарк. Но... это был у нас такой замечательный фрукт, как Флейм, а именно Зетка.
Ну, я был близок, я все время на каждый фрукт думал, что это именно Z-ка на флейме. Вот она наконец-то меня встретила. Мы встретились с ней наконец-то, да. Ну и получается, все, ты отгадал всего два фрукта. Кстати, ребята, напишите в комментарии, сколько отгадали именно фруктов вы. Но один отгадал всего два. И давайте я расскажу, какой бы фрукт ты получил. Как думаешь? Думаю, я не знаю, это хороший фрукт, нет? Да, это хороший. Ну, хорошо, хороший или драгоценный? Драгоценный. Драгоценный, да, значит? Значит, это был бы леопард. Там был бы дракон. Дракон. Да. 25, одного бы не хватало, одного было бы классно. Но, к сожалению, ты проиграл, и получается 0... Ой, да, 2 балла. Получается, ты отгадал, чё? Я не помню. Ладно, ты ничего. Нет, я портал, я портал. А, да, портал отгадала. Портал. И вроде бы... Кто еще отгадал? Мне кажется, ты отгадал... Чоп, вроде бы. Не знаю. Ладно, без разницы. Главное в том, то, что ты проиграл. Блин, это не главное. Главное не победа, а участие. Да. Но на этом моменте наш прекрасный видеоролик подходит к концу, да, что, так что кто досмотрел до конца, обязательно напишите в комментарии, если что, такие комментарии буду лайкать, и сегодня получается со мной Скелетон поучаствовал в таком прикольном видеоролике, где он смог получить очень даже драгоценный фрукт, но, к сожалению, у него... Ничего я не да, получил. Да, он получил ничего. У Моли Глеба, ну то, что как Моли выглядит, реально, ну посмотрите. Ну да, в итоге, короче, ну подписывайтесь на каналчик там, на Глеба, лайк на видео, на меня тоже можно подписаться. Да, потому что он проиграл, можете хотя бы обрадовать его и подписаться, да? Помните, там, я не знаю, это вот тоже будет классно как бы. Ну и, как мы уже говорили, набираем 300 лайков, и тогда кто-то из один из подписчиков Глеба будет участвовать в таком же видосе. Так что, ребята, играйте со звуком, чтобы отгадать каждый фрукт. Так что советую всем, ну и на этом у нас видео подходит к концу. Всем удачи. И всем пока-пока.